Все, ребят, стрим у вас скоро начнется. Короче, жду игроков на канале. Вот, ребят, сейчас чай заварю, и мы продолжим. А вы помните про поддержку меня и моего канала. Отблоки, отключайте на премиум, подписывайтесь. Ну и по реквизитам в описании или через плеер поддержите. Сейчас я вернусь. Так, ребят. Я здесь. В общем-то, ждем продолжения мы. Пока что ничего не происходило некоторое время. Но сейчас будет происходить уже, естественно. Будет матч. Матч Starline'ов. А, блин, ребят, его же на 7:30 замутили, перенесли. Ой, я даю. Ну ладно, чай все равно завариваю сейчас и продолжу биться я, короче, ребят, тогда. Его же на 7:30, на 19:30 орла немножко сместили, а я забыл совсем. Ой, я даю. Ну, буду при чае уже заблаговременно зато. Вот. Здесь. Как я подзабыл-то так.
Какие-то там небольшие турнирчики дальше будут, насколько я вижу сегодня. Ну, наверное, я прорвусь. Так, Вердос, не запаривайся, у всех тут постоянно то им 3-2-2, то им еще какая-нибудь шляпа мерещится, блин. То там стрим кто-нибудь палит еще. Вот. Все нормально, ребята, все нормально. Было все как... Как произошло, так и было, собственно говоря. Сейчас, ребят, жду, пока чайник закипит, и продолжу играть. Так, все, ребят. Так, в скайпе не ответил. Ну, напиши еще раз, что я не ответил там в скайпе. Вот, я хз, что я там не ответил. Мне последнее время очень много в скайпе пишут. Иди сюда. Блять, сходили? Сходили уже. Ну отдыхай, Чарли, ну что ты. Так, результат шоу-матча. 3-0 победил Рева. Вот. Неожиданно, но вот так вот и произошло, собственно говоря. Поехали, короче, еще раз сыграю. Ну что ты? Ну залазь на окно, что ты до меня докопался? Ну все, ребят, ждем с ОПМ Перуре. Помню этого тирана. По-моему, да, и он из Голландии, либо датчанин, я вот точно не помню. Ну откуда-то оттуда. А, всего вспомнил, спрашиваешь, ты про какой-то стрим там писал. Пока без понятия, вас, когда он будет. Если там ни с чем совпадать не будет, то, может быть, и постремлю. На этой карте, думаю, имеет смысл Nexus Man пильнуть.
Главное, чтобы он мариками не пушил меня. Мне надо было сначала гейт заказать, потом уже раба. А то так супер халявно получается, просто Маргинале поддержал ваш канал на сумму 50 рублей. Блин, что я натворил, а? 2 см еще варпанул. Разработка завершена. Сионы.
выстрелим. Враг познает нашу ярость. Улучшение завершено. Испугался, что за хрень. Враг познает нашу ярость. Сердце. Заманчиво. Убили. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Блин, а он бодренько так на стеке переводит, да?
Короче, ребят, надо попить чайку мне немножечко. Так, ну что, Magic пришел. Ждем других игроков, комментаторов и так далее, ребят. Всех рад видеть вас сейчас в маргинале. Спасибо за поддержку, чуть все не туго с этим делом, но я думаю, что будут еще дни получше. Как меня бесит этот текст копировать на Good Game, блин, он кривой, блин. Так. Да иди ты в баню. А, понятно. Делить донат никакой не надо. Количество переводов не решает, решает сумма денег. Короче, жду, пока все сюда придут. Попью чайку пока. Кружку забыл. Ждите, в общем, сейчас я кружку принесу. Так, все, ребят, сейчас чайку глотну, к вам вернусь очень скоро. Пару бубликов съем, потом допивать буду уже здесь. Короче, ждем подкрепления, ждем мы людей сюда. Сегодня будут играть у нас
Экзе против Майнд МК, и Мидель ВК против Рузерга первыми, в общем-то. Чего мы ждем? Чего мы ждем с нетерпением, собственно говоря?
Так, все, я здесь по поводу шоу-матча. Вот, мой ответ нет. Единственное условие... Да я вообще не играю сейчас, в принципе, как бы. Зачем мне это нужно? Если бы я хоть играл маленько, тогда другое дело. Вот, в ноябре сейчас марафон начался, много стримлю, может, буду играть. Единственное условие, при котором я мог бы согласиться, учитывая сейчас конкурс стримеров, это... Десятка мне на канал сразу и десятка призовой, тогда еще ладно, как бы, ну и то я, ну, такой темой я, да даже нафиг, я даже так не хочу, как бы, если ты захочешь, Ким Чен Зер, ты поддержишь, потому что стримов много еще будет, вот, нет, так нет, короче. А тем более сейчас у нас Starline будет. Короче, погнали, понемножечку начинаем. Только никого из участников я не вижу на канале, что очень странно. Надо Юрия сейчас, чтобы он разведал там что-то как. Ну, влезай, что ты. Пошел черлец на окно. Вот, Рузерк появляется, вижу, но нам нужен Overmind МК и Экзе первыми игроками. Вот. Сейчас Юре напишу. Так, Overmind МК здесь. Так, а этот, а вторая пара. Галочку можно поставить, но мне потом ее не сразу получится отключить. Вот в чем прикол. Так. Так вон Коу играет ладдер. Можно ему предложить сыграть матч. Захват флага в Крей 3. Я не знаю, сколько надо кому донатить, как бы, чтобы сыграть с ним захват флага. Вот. С Ревой там или еще с кем-то.
Я не собираюсь сейчас ни во что играть, и в ближайшем будущем тоже. Потому что это слишком напряжно, в общем-то, надо настраивать стрим, все там это делать, короче. Тем более у меня кваки нету нормальной, и на Quake Live, наверное, получается, в Quake Live играть, чтобы нормально было. Так, Exe в Battle.net. Нет, у меня нету Exe в Battle.net. К сожалению. Так. Оказывается, у меня есть Exe в Battle.net. Да, бывает такой баг, что на канал не зайти. Короче, тяжко что-то все начинается сегодня, признаться честно. Привет, горный король.
Так, говорю с Мэджиком там про марафон, про все дела. Так, а как мне Overmind МК добавить-то? Так, ну, короче, сейчас будем начинать. Так, что-то там у Экзе не то, я не знаю. А, у него аватарка как старая была. Провокационную. Короче, значит, другую пару мы там... Погодите, другая пара. Другая пара, видимо, еще не готова.
Короче, 15 минут ждать. Погнали терами без рейтинга ко дну. В общем, Экзе получает бан за аватарки. Вот. Провоцирующие там политоту. В чатике в прошлый раз там был пригар по этому поводу. Я думаю, все верно. Так. Если люди не хотят понимать, то не надо тогда. Так, можно ли ты за место Экзе сыграешь, это не мне решать. Вот, но я полагаю, что навряд ли. Это у Юры надо спрашивать. И у Изарда. Пристройка завершена. Да пушками в тык. It's no good на такой стадии. Давай, удиви меня!
Пристройка. ТСМ готов. Пристройка завершена. Того подумал. А? Есть. Вообще без разведки стиль называется. Завершено. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Наши КСМ пристройка. Завершено. Улучшение завершено. КСМ готов. Давай, удиви меня. Разработка завершена. Наши КСМ атакованы. Подверг вся адаптация, в общем-то. Бывает. Еще надо сыграть разок. Без разведки, и надо один скан кидать на мейн, то есть это решается. Оп, Миндаль ВК пришел, выхожу. Так. Короче, ребят, надо Мэджика подождать немножечко, сейчас он придет. Thank you.
Так, Миндаль готов, ждем Рузерга, он за АФКшил на минуточку. Так, все готово. Все, наконец-то Starline начинается. Хоть что-то сегодня мы посмотрим. Интересно, Миндаль ВК против Рузерга. Поехали. Все, поехали, ребят. Наконец-то начинается игра. Хоть сегодня такой день интересный. Вроде как перспективно все начиналось. Типа шоу-матч Револьвер против Вердоса. Казалось, сейчас прям будет заруба. Но нет, там что-то Вердос. Вердос какой-то мандраж с Ревчиком. Может, Ревчик его запугал, что ли? Как-нибудь образом. Не знаю. Вот. Так, ребят, погнали. Вот. Шоу-матч кончится очень быстро. Вороток в итоге ушел. 2-2 мы не поиграли. Завтра, наверное, с Димагой 3-3 мы поиграем. По идее, он должен прийти. Вот. Ну, завтра 3, в принципе, ноября. Последний день, получается, перед Близконом. Так, переводит Рузерк 3 дрончика на вторую. С газа 2 раба снял, одного оставил. Собирается третью ставить. Пошел пилончик тут на второй. Что-то линги тут бегают зад-вперед. Смотрю, вот они побежали сейчас ко второй базе.
Минтулю надо стеночку делать, он пока не спешит с этим делом. Здесь наблюдаем Беллингнес, газ начал собирать полностью Рузерк, строя дронов пока что. Нужно 3 отсюда переводить уже на вторую базу, перебор здесь 19 держать, когда третья не раскачана. Ну пока не спешит, ну здесь газ надо будет запиливать, в принципе, еще потратится. Насчет времени Блескона точно не скажу, но будет начинаться он очень поздно, в 10:30 вечера, по-моему, и уже уходить в ночь к утру туда вот кончаться, я так понимаю. Вот, ну посмотрим, точно еще ничего не известно. Хотя известно точно время, но вроде как такое, я прикидывал. Так, тут что-то Миндель у нас решил сделать, по-моему, нет? 9 гейтов, а чё не 12 с двух баз? 9 гейтов это перебор, ребят, это очевидный момент. Вот я все понял, что здесь происходит. Так, сталкер-то отходит. Куда там сталкер-то отходит, я не понимаю, и зачем? Призма сейчас будет готова. Пилонов сейчас ставить надо несколько штук, иначе сапплая просто на этот пуш не хватит. А опять что-то линги рядом бегают. Ну, овера-то добей уже, ё-моё, блин. Дал овер улететь. Просто. Ну и все, сейчас призма спалится на овере недобитом. Это просто, я называю, иди ты домой. Что это такое? Это вообще овер недобит. Смотрите. Зергу дал всю информацию, добей ты овера, ёма, Миндель, что ты делаешь, блин? Что за нервозное исполнение? Это провал пуша, это очевидный момент, сейчас я просто не вижу. 5 пилонов, supply блок просто гигантский, короче, такой бред вообще сейчас вы увидите. Сейчас это все прыгнет сюда, а Беллингов убьется и напишет Миндель ГГ, скорее всего, я думаю. Ну, исполнение просто ужасное, просто ужасное. Это могло бы все зайти, если бы, прикиньте, даже сейчас зилки просто на клике сломали всех чертовых, короче, оверов и умудрились прорваться. Линги возвращаются назад, здесь рабов надо перевести. Если Миндель продавит, то я просто имел в виду вообще. А Миндель продавит. Это просто, ребят, это... Это просто дикуха вообще. Блин, овер не сбит. Зерк все видит, то он просто ни СЗ не зажал. Достаточно беллингов не сделал. Его развалили. Мне казалось, что здесь все. Но видите как. Бывает иногда и мне какая-то фигня кажется. Потому что Зерк зачем-то строил рабочих. Непонятно. Я просто сгрелся. Как можно так выдвинуться просто вообще? То есть... Зерк видит нет третьего Нексуса, Протс, блин, не может сталкера от армии отделить и сбить нормального овера, который по дороге стоит и который видит просто движение вперед, и все равно выигрывает. Почему? Потому что Зерк просто лингов не построил нормальное количество. Или роучи можно было запилить. Но не успел просто этого сделать Рузерк. Так, поехали, все готовы?
D1MS0N активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Димсон. С выходом на третье место. Да это третье место, все туфта на самом деле, как бы. Это еще ничего не значит. Два дня прошло. В конце месяца будет видно, что к чему. Что с Экзе? Горные дисквалифицировали Экзе за провокации. Так, здесь Гейт, Газ, Нексус, кибернетчика. Спасибо всем за премиум, за поддержку. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте, естественно. Так, ну что, тут линги вперед, несколько линга бежит. Рустер третью хатку ставит. Миндаль через сталкер Мазеркор открывается. Вот это правильно. Но где вот этот пилон стоит? Он должен снизу давным-давно уже был стоять. В итоге он стоит не снизу, это провал. Здесь сталкер сейчас линги пытаются встретить. Для овера надо законтраливать. Какие линги? Ё-моё, блин. Ай. Хотя сейчас Мазеркор поможет. Может быть и получится овера даже сбить. Скорее всего, да, даже получится. Все, лингов убил и Миндаль. Овера сбил. Пока что потери не в пользу зерга, очевидно. Прибегает линги к третьей. Миндалю умудрился успеть адепт даже поставить, но не на холд он не ставит ничего. Так, ну стенку здесь, чтобы лучше она стояла, нужно пилон сюда ставить, либо гейт этот чуть дальше назад делать. Попытка пробочку забрать не так-то просто, ее оказалось забрать сейчас. И она заказывает спокойно Нексус, еще и лингов потерял сейчас с Рузерк на этих всех действиях. Но у него роучи с мумом делаются, здесь же глефы и адепты, уже тайминг какой-то, ну, очень поздний.
Делается призма, непонятно для чего, кстати, мне она вообще делается. Адептики вперед идут сейчас. Ну, конечно же, ими надо пойти вперед, но если сейчас поймет Мидаль, здесь многовато на самом деле. Роучи нужно отступить назад. А Роучи здесь многовато. Причем Беллинг Нест уже пошел. Беллинг Нест палил. Я не знаю, прокликал ли Мидаль, что тут Беллинг Нест или нет. Спокойно может сейчас третий Никс раскачать, как бы, и биться сидеть. И Мортлов подстраивать. Идут вперед Роучи просто. Так, сколько их? 7 штук было. Минус 2 адепта Рузер здесь принимает на крипе. Ну как-то, я не понимаю. Прилетел, варпит на крипе. Ты или, блин, в тени варпа. Чебука активировал премиум на ваш канал. Че он сказал, свинка? Сказал какое-то хитрое слово. У нас мужик. Либо призмой залетел бы, дропнул бы сюда. Короче, ошибок много, но пока игра идет, пока никто не проиграл. Ну тут пытается с двух сторон Рузерк зайти. Но у Миндаля достаточно здесь юнитов, чтобы отбиться. Филды кривые, но в это время Роуч просто заходит на вторую базу. Правда, варпом контрит этих Роучей сейчас Миндаль. Но они как-то адептов ваншотят практически, получается. Куда юнит это дели? Ё-моё, там все убежало. Здесь катастрофа. Здесь просто зашли Роучи, разваливают. Под Роучи варпится адепт, который их вообще не бьют. Так, зачем камни внизу подъема? Вот бы в 2016 году спросить о камнях внизу подъема, которые в воле были еще не в бете вроде, но в начале там воло введены. Вот. Хотя уже та цель, которая раньше преследовалась, сейчас как бы и не оправдывается. Хотя почему? Ну, то есть это от застройки фотонками просто на лоу-граунде, например, зерга. Вот. Сейчас зерк изи просто с одной базы. Чалик. Хорош. Реводжерами может отбиться всем чем угодно. Так, собирается Рузерк атаковать. Покатухи есть, коготь есть, ренжовая атака есть. Миндаль стоит, вообще ни хрена не видит. Визиона на карте нулевый. Реакция тоже великолепная, в кавычках. Просто уже зерк пришел, уже атакует базу, только потом реагирует проц. Конечно же, здесь зерк разваливает все в хлам. Отдался ему Мортук, первый довар. Пошел 109 на 170 по лимиту. Ну, это катастрофа. Это катастрофа, ребят. Чебука активировал премиум на ваш канал. Спасибо. 1-0 Миндаль уйдет. За премиум спасибо, ребят. Хорошая новость для тех, кто смотрит личный канал, ну, личные премиумы на мой канал, на любой, в принципе, канал. Ввели, наконец-таки, ту тему в честь марафона стримерского этого. Ну, я думаю, она... Чебука поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Я думаю, теперь эта тема и останется всегда 1-1, ребятки. Но это было давно, понятно. А если вы активировали 2 премиума, то 2 месяца вы будете смотреть премиум теперь, ребят. Вот. Так что можно смело подписываться хоть на 20 премиумов,
и поддерживать меня в стрим-марафоне, блин. Реворак, привет. Так. Привет, а Настя? Блин, какая же ты клава чувствительная. Иногда положишь руку и не чувствуешь. Чалик, завязывай. Берет 3-3-1. Ты что, глупый, что ли? Что разница? Разница с чем? Я же сказал, теперь два премиума будут, ну, если ты активировал, он продлится. Раньше же ты, если активировал, то он пропадал. Чарлик, прекрати. Хотя, почему глупый? Да может, этого просто не знал? Тогда сори, конечно. Вот. А если знал, тогда тупой вопрос, конечно. Зрителя от судьи. Судья может игрокам писать самое главное. Плюс теперь ввели, что только судья паузу может отжать, если поставили игроки. Что надо сделать хорошего, чтобы прийти к финишу первым? Хорошего? Не знаю, хорошо ли это или плохо, но нужно поддерживать канал, естественно. Вам и смотреть его, то есть решают человека часы, поддержка. Ионизет поддержал ваш канал на сумму 141 рубль, сообщает во славу марафона. Спасибо. Подчеркивание циркумфлекс. Премиум подписки и просто подписки, кстати, вот под слева под каналом зелененькая кнопочка подписаться на канал, она тоже дает какие-то там баллы небольшие, ну очень небольшие, но тоже как бы. Можете вы это делать, ребят? Перворожденные выстоят. Спасибо всем за поддержку. Что-то... что
Что-то медленно она идет, но еще не вечер, на самом деле, месяц только начался, в принципе. Ну, в октябре было все очень неплохо, за то, что за это вам спасибо, блин. Но в ноябре это больше нужно, конечно. Так, предупреждение тебе. Так. Ну тут Розерк делает улын, обратите внимание. Линги королевы. Здесь еще даже стенка не сделана, черт побери, как же Миндаль сейчас затупил. Причем стенку делает глухую полностью. Здесь кот все бегает зад-вперед, не понимая вообще, что происходит. Вообще не понимаю. Гринмайнд активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Гринмайнд, спасибо всем. Так что, ну, самая эффективная поддержка, то есть если получается, как бы, ну, нет особо средств, ну, премиум, например, смотрите, то можете просто на дофига премиумов подписаться личных, как бы, в этом месяце, это было бы эффективная поддержка, действительно. Прилетают линги на мейн, куда они летят, я не понимаю, не летят под оверчаж, но не сбивает, 40-50 хп осталось. В это время идет врыв на вторую базу. Короче, по всем направлениям врыв. Здесь слинги дропаются в очередной раз. Королевы дропаются. Варп пошел, пробочки принимают бой. Надо идти на второй базе, драться быстрее. Оверчаж нужен как можно быстрее. Вот на этот пилон, причем не на какой-то там другой пилон. Так, пробки поехали на добычу. Успел Миндаль тут наварпать юнитов. Линги наламываются. Два оверчажа. Хорошо, лингов сейчас расшатывают. Королевы падают. Стенку нужно закрыть заново, иначе пробьют линги опять. Так, стенку Миндаль закрывает. Попытка здесь убить Нексуса идет. Нексус не убить. Да, варп неплохой. Нексус... А, убить Нексус. Блин, последние два линга догрызает Нексус. Очень неприятный момент. Так, за себя побеспокойся. Вот, и смотри, кого хочешь. Я никому не хамлю. У нас все в порядке. На канале. Так. А получишь кого-нибудь другого. В семье в своей, может быть. Попытка контратаковать от Миндаля идет. Вот если бы он не потерял Нексус на мейне, но если в Старкрафте не работает, то апдап у него было бы нормально все. Ну куда? Отступать уже здесь некуда, ё-моё. Позади Нексус последний. Все, отступать здесь не вариант. Три адепта еще до варп. Здесь надо было... Ну хотя здесь что уже, здесь ничего не сделаешь. Линги в очередной раз сейчас забегут и все. Три плетки успел здесь сделать Рузер. Так, опять дропщик лингов идет. Попытка сплита от Миндаля. Адепты заходят на мейн. Пытается адепт что-то делать. Ну, кстати, лимит равный пока что вообще здесь у игроков. То есть, в принципе, если... Нарушить зергу как-то дико экономику, может что-то и получилось бы. Но адепты с глефами могли бы здесь перевернуть. Без глеф адепты нет, они не могут здесь, к сожалению, перевернуть. Кривой еще телепорт под плетку идет.
Так, здесь с лингами дерется Миндаль. Лингов пытается разваливать. Кстати, дерется хорошо. Посмотрите, адепт такую позицию. Хорошую встали, как же ущербно здесь линги дерутся. Или адепты с глефами. Да, глефы доделались. А вот это уже шанс хороший для Миндаля. Я, кстати, такие игры выигрывал и не одну на самом деле. Когда вот так вот происходил бой. То есть, 2 адепта, 3 адепта забыл. Что за ракообразность-то, ё-моё. 3 адепта стоят просто на ровном месте. Ни хрена не делают. Да сейчас бы семью адептами убил бы, все в хлам бы просто. Ну что за бред вообще? Здесь золото уже. Не, ну золото, золотом уж точно ничего не поделаешь. Зашли адепты, нужно уходить отсюда. Так, 20 лимита. Блин, ну плетки не пробить, понимаете, в чем проблема? Так, здесь надо к этим адептам выдвигаться подкреплением срочно. Что и делает Миндаль сейчас. Подкрепление подходит. Королеву надо забирать как можно быстрее. Делается два Бейна. Вот Бейна это очень-очень плохо. С Бейнами вообще здесь нечем драться. Пул, конечно, погибнет. Зергу сразу надо пул восстанавливать. Ну что-то купит, не восстанавливает пул, не понимаю. Да брудлингов убить надо. Так, адепты будут на второй врываться. Ни в коем случае нельзя здесь на вторую врываться. И не надо даже мейн убивать. Здесь надо, блин... Так, здесь пробки мимо, кассы вообще работают. Дождался, пока беллингов станет миллион уже. Не, ну тут... Ну, он не знает Миндаль о золоте сейчас, потому что золото в наличии есть. Лимит боевой имеет место быть. Хорошее количество. Сейчас нужно подойти как можно ближе к рампе, пустить иллюзии и просто уйти отсюда. И попытаться найти еще базы какие-то. Миндаль же даже не знает, что они есть в наличии там. Так, адепт телепортнулись. Часть ушла, 28.45. И чё, Миндаль решил, что все он, типа, Миндаль решил, что он убил мейн, и тут все ништяк у него стало. Но он даже, блин, он даже не понимает, что здесь у Зерга может быть еще бан. Ну как можно, блин, так? Ну хотя можно, почему? Почему нельзя? Ну Зерг чересчур спокойно действует. Здесь по поведению Зерга можно понять, что как бы... Да и юнитов миллион, откуда он столько беллингов взял? Откуда он вообще столько юнитов взял? Так, адепты Бейном залп получили. Надо уходить, нужно кайтить здесь линдов. Иначе бейлинги смогут дойти до адептов. Бейлинги не смогут дойти. Но три адепта всего осталось, просто линги сгрызут сейчас. Это все-таки 2-1 в пользу Рузерга, но это очень долго и упорно все делалось. Ну и по сути дела у нас сейчас будет матч Венеров, а потом Десайдер, так как XZ дисквалифицирован и не будет тут и одного игрока еще. Вот глефами можно было перевернуть. Но вот это ракообразие, когда часть адептов стояла, это провал был, конечно. Плетки перекопались, успели за это время, блин. А там они все стояли. Так, линги дроп. Вот здесь налом будет в лоб. 9 бейнов, плюс еще несколько есть. Так, попытка зарысь адепта. Бейлинги идут в пилон. Нет, не идут. Но все равно они сейчас пойдут, их слишком много. В это время на мейн дроп. Кстати, есть даркшрайн. А, вот что Миндаль ждет здесь. Дарки есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Бабликей поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Привет, Сергей. Спасибо за стримы. Успехов в марафоне. Спасибо, Бобушки. Бабликей. Тут мужик даже правильно практически говорит. Похоже. Так, Дарк идет вперед. Здесь порки везде есть уже. Чалик порыкивает на фоне понемножечку. Эмулятор поддержал ваш канал на сумму 666 рублей и сообщает, передайте это сам, пожалуйста. Спасибо, эмулятор. Ну, Миндалю сейчас бы пригодилось. R1C Wind активировал премиум на ваш канал. Хрена себе, короче, поперл. Давайте, давайте, ребят, марафончик идет. Нужна ваша поддержка очень сильно, материальная. Нужно ваше внимание к стриму. Заходите, зовите всех к
Включайте компьютеры, все дома, коннектите. Дедушек, бабушек, детей, внуков. Короче, всех начальства. Если вы начальство подчиненных, еще эффективнее. Нужна только победа, короче. Так, здесь еле-еле Миндаль сдерживает прессинг. Ребят, игра все еще идет. Я смотрю и вообще не вкуриваю. Короче, что происходит-то вообще? Игра все еще идет. Здесь зерг все еще линга-беллингами. Вот такого зерга можно выиграть даже вот с такой вот экономики. Что нужно? Нужен архон просто. Есть хотя бы пару штучек. И с архоном как... Опа, Дарк находит. Где здесь дроны? Начинает резать. Говорит, привет, пацаны, сейчас я вас буду резать. Спорку пытается заказать. Ой, мимо Бэйны. Ой, попали. Ну где же Дарк? Где же... Архон нужен. Архона сливай. Сливает Миндаль архона. Просто красавец. 44-24. Линги Беллинг где-то рядом. Здесь три королевы прилетели. Сколько можно уже здесь с этими королевами летать? Пора добывать. Мазеркор надо ставить. Пилон один здесь запилить. Уверчаш развалит. Все. Надо сбивать. Сбивает Миндаль. Царь просто. Сбивает овера. Здесь Линги Бейны заходят. Но здесь есть два дарка. Но есть в то же время уверсиры. Успевает архона еще слить. Блин. Так можно и втащить, ребята, с такими раскладами. Но роучи уже, не, роучи много становится, ребят. С роучами уже, боюсь, не получится сделать. Но Миндаль молодец. Получает респект от меня. Так биться нужно. Так биться нужно до конца, как он сейчас бьется. Это абсолютно верная политика. Но, блин, как он там не сконтролил? Там, если бы теми адептами зашел, которые были, я-то думал, они без глеф, там без шансов. Не посмотрел грейд, они с глефами были, и все шансы были, на самом деле, на пробитие. Спасибо всем, братва, за поддержку еще раз. Помните, что в этом месяце можно активировать 20-30 премиумов. Если 24, то 2 года вы будете премиум смотреть просто. И это важно. Так, ждем матч Венеров и Десайдер. А, не, Десайдер не... Ронни поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, 3 места уже. Спасибо, Ронни. Такими темпами и повыше поднимемся. Посмотрим, как BlizzCon пройдет, еще Home Story у нас в этом месяце, еще Starline плей-офф, конечно, сделаем, еще все-все-все корейское будем стримить, естественно. Много чего будет, ребят. Сейфаульт активировал премиум на ваш канал. Сейчас, ребят, я приду, секундочку. Так, все, я здесь.
Играть я на Go ФСК не буду, потому что я не тренируюсь. Смысл, ну, в этом смысла никакого нет абсолютно. Вот. Плюс будут все писать, как бы. Типа там победишь, там что-нибудь денег дадим, как бы, все дела. Я буду нервничать, как бы, сливать лишний раз. Это абсолютно не нужно, короче, мне. Если хотите, поддерживайте так, я уже говорил об этом. Так, где меняется в настройках битность, спрашиваю в чатике. Я хз сам, где она там меняется, если честно. Вот. Грей Морнинг активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Грей Морнинг. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: вечером в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто отчен в дикие джунгли. Скорее там крокодилы, львы, гориллы, слоны, пантеры в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Джунгли зовут. Топим за Сергея понемногу. Да, нормально, спасибо, пацаны, всем. Так, а почему я топчик месячный не обновляю? Я что-то не вкуриваю. А, в топчик месячный, получается, у нас попадает. Так, эмулятор-то 3 шестерочки у нас же. Так, спасибо за то, что поддерживаете, ребят. Как я и обещал, если топ-1 в марафоне занимаю, то 30-ку просто на турнир выделяю. Кто-нибудь еще, может, поможет. Будем в декабре какой-нибудь турик пилить, в общем-то, для наших. А может, кого-нибудь и позовем там. Попробуем. Так, создаю, короче, Мороз, первая карта у нас. Так, Мэджика надо позвать. Все, все, если готовы, то сейчас начнется все. Что за марафон, Димсан? На Good Game. Марафон с призами. Вот. С хорошими 150 тысяч, 175, 1, 2, 3, соответственно. Вот. Короче. Но нужно смотреть мой канал на Good Game. Кстати, кто на Твиче смотрит, приходите на Good Game, разбирайтесь, все работает, должно работать. Обновляйте плееры. Премиум подписки поддерживают. Ну и поддержка материальная, но не по реквизитам, а именно через плеер. Поэтому в этом месяце желательно через плеер поддерживайте. Ну, кому как удобнее, тут уже смотрите. А то скажете, ну, подохренел, да, маленько. Блин, а где мой телефон опять же, а? Thank you.
Да он девается постоянно, я не вкуриваю вообще. Так, это все подойду. Иди на окно. Чалик тут за мной. Все, поехали. Рузер, говорит, плохо очень играет. Сикфаульт поддержал ваш канал на сумму 150 рублей и сообщает: Помни, а сколько тебе перепадает с доната? Топим за евро и за первое место. 11. Спасибо, Сикфаульт. Акир поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает: Привет, Помни, удачи в конкурсе. Спасибо, пацаны, всем. С доната перепадает, я уже говорил, ребята, сколько. Вот, с донат перепадает 10% берет сайт, соответственно. Еще агрегатор берет часть. Агрегатор это, то есть там банк или что-то еще, или там электронный кошелек. Вот, там уже установлено. У некоторых фиксировано. Поэтому с некоторых маленькие суммы очень невыгодно присылать. Например, с некоторых со 100 рублей 77 всего доходит. То ли с PayPal, то ли... Еще откуда-то. Спасибо, Акир. Вот. Но это уже как бы вам-то посмотреть, что да как. Озвод поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: Спасибо за твои стримы. Смотрю тебя уже очень давно. Респект. Спасибо, пацаны, всем. Что-то поперло вообще. Так, нужно мне ВП... Это так. Ё-моё. Я ни хрена не посчитал, что там да как. Так, Найс. Короче, надо считать все это дело. Короче, ребят, спасибо всем громадное. Я просто не посчитал, что там да как. Ну что, посмотрите, что тут делает Overmind МК. Он решил, что надо бы сейчас бы подбэлинг басить оппонента. Простый Кракс поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает: Вперед к победе! Спасибо всем, ребят, что вы разбушевались на Близконе. Главное, темп задавайте, чтоб все видели, как надо делать. Вот, ну что, беллинги идут вперед, сверху линги оббегают, как-то криво. Куда беллинги-то до лингов? Куда ты беллингов-то до лингов идешь? Что происходит? Бабах, все в хлам сливается. Короче, что ты творишь вообще, братан? Так все начиналось замечательно, и всех беллингов слил вообще... Лингов даже и не встретил ни одного. Что происходит-то? Ведь тебе надо убить, тебе не просто надо королев здесь подбрить, друг. Иначе ты проиграешь, ведь парабам отставание просто колоссальное до сих пор. Так, нужен еще один бейлинг обязательно. Здесь 8 лингов заказано, лингами как-то криво забегает сейчас. Вы видите, Overmind МК.
Нужно в рабов врываться. В рабов, Бабанчик хороший, прощёль. Еще Беллинг идет. 1-0, что ли, Овермайнд МК. Принимает бой, здесь линги выходят оппонента. Ну, так, здесь... Ой, как сейчас может на халяву отбиться? Жесть просто. Если сейчас отобьется Рузерк, это будет дичь просто полная. Овермайнд МК криво забегает к рабам. Пытается прорваться, прорывается к рабам. Как хорь в курятнике должен сейчас грызть. Но 13 дронов, ребят, уничтожено. Это может быть крит дэмэджем, потому что 12 на 8 уже в пользу Овермайнд МК. Сейчас ситуация становится по-рабочему. Вот он в очередной раз на ХГ забегает. Здесь Беллинг мофится. Куда ты там прорываешься-то так сквозь Бэйн? Это криво, ё-мо. На мой блин, рассмотрю, ё-моё. Ё-моё. Заходят Беллинги еще. Переживаю, как сам играю. За молодые бьются. ГГ пишет Рузерк, Чалик куда же ушел, короче, так нервно здесь. Линги, Беллинги. Так, ну, спасибо тебе, Илюх. Кто-то не жмет accept. Поехали. И то правда. Погнали, ребят. Блин, сегодня хоть на турник сходил, и то хорошо стало. Привет, фюр-фюр. Сколько в жизни раз пробовал играть за зергов? Пробовал, играл. И.БК поддержал ваш канал на сумму 333 рубля и сообщает, сегодня родился сын. Помидором жена не позволила назвать. Всем хорошего вечера и удачи на турнире. Спасибо, спасибо за стримы. Спасибо, ХБК. Хорошо, что не позволила. Это абсолютно верное решение. Это был бы перебор. Спасибо всем, ребят, короче, за поддержку громадную. И что, через плеер поддерживаете. Здесь у нас, соответственно, вы видите, что происходит. Опять пытается блинкбаснуть оппонента у нас. Так, погодите, почему Рузерк? А, Рузерк все уже понял, он уходит назад. Закрою окно, ребят, чуть поддувать стало. Снега у нас выпало, количество значительное сегодня. Спасибо, пацаны, за будь здоров. Прям уже можно, если кто любит сноуборд, лыжи, ехать кататься. С гор.
Так, ну тут подбегает, в общем-то, у нас Overmind МК. И, кстати, между прочим, он немножечко оппонента-то тут обманул. С головой играет Overmind МК. Запиливают 8 бейнов. Куда тебе 8-то? Тут и взрывать-то ими нечего. Так, не то, что-то я пишу, да. Не Рус Зерк выиграл. Конечно, счет неправильный. Сейчас поменяю местами. Завтыкал. Здесь хата готова. По рабам разница не такая уж большая. Это провал. Я называю это провал. Привет, Шахтай. Ага, видел, это ты там добавлялся. Извини, что отклонял. Сейчас никого пока не добавляю. Места в аккаунте мало, надо почистить. Игроков стараюсь добавлять, чтобы удобнее для вас турниры прорываться было. Ну что, здесь лейер пошел. Здесь ничего не делается такого. То есть здесь линги подстраиваются. Блин, овер просто висит. Ну выйди ты королевой-то вот сюда, подойди и бей его. На коньках? Нет, на коньках я не качаюсь. Так, пытается Overmind МК что-то сделать. Опа! Вообще тут одни Special Tactics от него идут. Пошел в спилечек. Так, приехали дроны. Здесь линги вперед побежали. Но вот у Зерга минус тем, что слизь как бы в рейндж ксилнаги попадает. Самой-то ксилнаги не видно базу. Оп, хорошо. Здесь, кстати, Overmind МК взорвал беллингов Рузергу. Но у Рузерга строится шпиль. Здесь еще беллинги взрываются. Третью навряд ли отменит Overmind МК. Так, линги куда-то вообще не понять, куда взрываются. Грейда на лингов нету, там как, ну, никакого ни когтя, ни армора, это не очень хорошо. Здесь Рузерк что-то отходит. Сейчас уже 7 муталисков будет заказано, там 1200. Overmind МК, точнее, отходит Рузерк. Мутку сейчас будет заказан, уже 1200 минералов скопил. Просто дичь. Рузерк умудряется по, блин, 4 беллингов 2 сливать. Здесь еще тоже сливается, пытается пробиться на ХГ. На ХГ пробивается, шпиль заметил. Линги даже на мейн умудрились пройти сейчас. Короче, здесь начинается размен сейчас. Здесь и сейчас, я бы сказал бы. Бейлинг что-то тупит сливать. Мутка уже первая выходит. Здесь плетка падает. 30 лингов строится еще. Ну, может быть, лингами. Но если ты лингами давление играешь, нужно же грейд там какой-то делать. Хотя бы коготь или армор, но неважно что. Они чтоб побеждали, лучше, конечно, армор. Вот и я думаю, найдешь ты. Просто добавь меня, чтобы видеть, где я был. И все. Тебе ж не надо в турниры прорываться. А то будут спрашивать, как на стримах бывают некоторые. Залетные залетят где-нибудь на хоумстори или еще где-нибудь. А это кто? От кого-то добавился. Ну, про кого-нибудь такого, кто любит ворваться. Так, здесь королеву линги разваливают. Плетчику разваливают. Надо, блин, идти наверх. Три спорки делают сейчас у нас Overmind МК. Спасут они его или нет, я хз. Здорово, Илюх.
Здоровались же вроде. Так, опять линги на мейн, здесь много плеток. Мутки все больше и больше. Нет, здесь Рузерк что-то отбивается. А, понял. Точно, точно, Илюх, надо запилить, да, будет. Да просто они ввели до сих пор, я задолбался просить уже, чтобы было как в прошлом, ну, как раньше, чтобы топ поддержки был. Вот. Ну, чтобы видно за день, за месяц было. Бежит Рузерк в контратаку сейчас. Будет налом, здесь 5 королев, плюс спорка. Ну, мутка прилетает. Ну, это 1-1, ребятки. Рузерк против Овермайт МК. Ждем третью карту. Парецкий, у меня шансы где? В марафоне? Ну, шансы хорошие, если будете смотреть и поддерживать. Так, галактический процесс. Поехали. Так, на виде, где я не лагаю, а здесь что, лагает, что ли? Да, активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Дау. Так, куда-то поехала Овермайнд МК дрончик. Записи прошлых групп. Только одна группа не выложена, группа Е. Мне аспирант сегодня скинул записи, я выложу очень-очень скоро ее. Как закончится стрим? Опа, что за супер... Какие-то Овермайнд МК, просто чудо-билды демонстрируют. Два газа вообще, два газа, это что это у нас? Так, Даниэль Гарнер. Вчера играл с братком 3 на 3. Если да, пиши в двух словах. Да, играл с братком Димагой 3 на 3. Что описать в двух словах? Играл 3 на 3, да.
Достаточно двух слов. Ну, записи уже есть тоже, кстати. Я их не выложил пока. Сейчас скоро выложу, как группа эта кончится вообще. Так, на Твиче я смотрю, да, стрим не переименовал. Отлично, блин. Просто молодец. Не переименован уже, все было, ребят. Ну что, здесь Overmind отбивается легко достаточно. Заказано еще линга. Нахрен ему два газа было строить, пока я понятия не имею вообще. Вот. Идет вперед, пойдет или нет. Не понятно, здесь Evolution запилен. Я думал, что он собирается в роучи мувленных с подземкой закопать. Буферизация, значит, у тебя с интернетом что-то не то, потому что, ну, либо браузер обнови. Лагать ничего не должно. Скажу тебе честно. Так, ну неплохо здесь Overmind МК забегает. Есть Беллинг один. Пытается лингами здесь грызться. Ну нужно, блин, два линга послать на него или что-нибудь, черт побери, на него послать. Кстати, по лимиту Overmind МК в плюсе даже, что самое интересное. Запись 3 на 3 надо. Я могу поставить после стрима эту запись, в принципе, как бы. Потому что если Димаги братка не будет сейчас на связи, как бы... Тогда придется записи впиливать, как бы, ну, так как, ну, я уже там буду отдыхать. Так, заходит Бейна от Overmind МК. Здесь тоже Бейна. Здесь контратака минус королева. Здесь тоже будет минус королева, но нужно отойти немножечко. Ну почему отошло-то так мало лингов, а осталось там... Ай-яй-яй-яй. Косяки, косяки, ребят, заказываются линги там и там. Но у Рузерга рабочих больше, чем у оппонента сейчас. Так, еще два байноморфица. Здесь тоже два байноморфица. Не успевает уже Overmind МК отменить этих беллингов точно. Рабочие не строятся вообще. Один газ там уже одним рабочим добывается. Это странно очень. Здесь беллинги просто, они бешеные, они врезаются. Идут на таран вообще. Ну тут что-то печально все, ребят, признаться честно. Беллинги не понять, какой тут хоть бы плетку убил, я не знаю. Врезался в рабочих одним беллингом. Так, здесь Overmind МК опять взорвал лингов оппоненту. Здесь контрзабегание, рабов больше, кстати, два беллинга сныкались на мэне, и Overmind МК об этом просто, ну, не видит, не знает ничего. Ну, правда, здесь так, здесь, правда, бейнов не так уж много морфится, но можно сейчас всеми этими на двух слиться просто и все.
ИГГ-нчик. А вот это, скорее всего, 100% ИГГ-нчик. Смотрите. 4 умудриться такой ситуации убить рабочих. Это еще постараться надо так мало убить. Беллинги идут без прикрытия лингов. Их королевы фокусят как хотят вообще. Сейчас здесь беллинги сливаются все. Рузерк принимает, овермайнд МК убегает. Рузерк, скорее всего, победит здесь. Это точно ГГ, ребят, сейчас было. Так, ждем Минделя. Так, сейчас мне надо здесь текст поменять. Что я делаю, а? И отмена нажала. Все, ребят, сейчас я пока жене позвоню быстренько. И мы будем Decider смотреть. Миндель против Рузерга, ПВЗ. Сет-20 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Сет-20. Так, все, ребят, сейчас чуть позже. Да, ребят, помните, что премиумы теперь суммируются. Так, поехали все-таки наконец-таки.
Ну что, было три, первая игра, поехали. Ну что, ребят, Идасан, первая карта очень интересная у нас. Посмотрите, приходит Миндаль. Видит газ. Ахат, это второй, он не видит здесь. И сразу должно понятно становиться, что вот же она. Вот она, родная, где хата-то находится. Застройка убожественная, просто убожественная, блин. Геть надо ставить здесь один, второй здесь, чтобы здесь проход был. Что вот это за проход? Это что, блин, за лабиринт такой? Ну нельзя так, сколько говорил делать. Ну вот это-то элементарные же моменты. Ну ладно, давайте смотреть. Продолжать, что здесь происходит. Так, Миндаль съездил, все спалил, здесь пилон ставит. Ну, здесь-то уже три плетки. Варп, конечно, заказан, но чем принимать? Твайлайт, какой Твайлайт-то? А Твайлайт зачем, не вкуриваю я что-то. Ну, лингами сейчас Изиру отобьет Совермайнд МК. Здесь Мазер корни зарешает, Твайлайт не пойму зачем, если только в Дарков выходить, я не знаю, в такой ситуации. Что... Не знаю, вообще не знает Миндаль, как отбиваться от этого, что ли. Так, здесь контроль адептов неплохой. А вот это уже не ахти контроль, потому что надо фокусить лингов, а не по разным стрелять. Так, овер выбит. Бустится, что у нас бустится? Глефа надо бустить. Фокус провальный рабочий сейчас идет. Можно под фокус, еще один адепт приходит. Пока здесь пробивает камни. Убивает Рузерга в лоб здесь, смотрите. Кстати, интересно, ой, какого Рузерга, простите, Овермайнда МК в лоб убивает сейчас Миндаль. Кстати, интересное решение, пока тут камни пробивал, его в лоб просто шатать. Короче, добычи в итоге нет, но надо пытаться продавитесь. Я не знаю, нахрена выставлять на полудохлый пилон сейчас уверчаш. Бессмысленный вообще. В итоге потерять просто мазеркор на ровном месте. А не, мазеркор не потерял, но нормально. Здесь адепт шатает, дронами надо уходить. Здесь-то добывать ресурсы негде, разве что отсюда потом сверху таскать. Так, пришли линги, нужен варп, еще адепт, Глефа через 20 секунд же будет готов. Верчаш решает адово просто жестко. ГГ пишет Overmind МК. Интересно, Миндаль просто законтрил тут так это все.
Так, процесс. Вторая карта. Поехали. Галактический просто. Межгалактический. Педа активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Педи. Поехали. Так, сейчас загляну-ка я на Team Liquid, что там происходит, кстати. Сколько чалик знает билдов? Два билда. Сгрызалити с мумом, сгрызалити с закупкой с адреналином. Ну на что, на грейды вы присылали чалику, на то и знает. Можете на 3-3 прислать еще. Но это дорого, очень дорого. Привет, Сули. Привет всем, ребят, короче, кто недавно подошел. Так, обнаруживает Миндель, что здесь золото просто. Запиливает сразу же пилончик около него. А, он испугался, что здесь будет какой-то пуш, что ли, я не понимаю. А нахрен пилон так рано, если Мазеркор еще даже не заказан. Короче, поспешил что-то с пилоном, по-моему, здесь немножечко Миндель. Он, кстати, победил до этого уже. Начинает напрягать с зелком, с пробкой дронов здесь.
Лингичи то долго прибегать, королева еще не готова. Нужно не отдавать лингов сейчас ни в коем случае. Мазеркор вылетает, нужно... Ну да, к прилету Мазеркора желательно бы, да, все это убить бы было бы. Убивают все в итоге. Нормально, овермайнд. Молодец, тайминг хороший. И дронов осталось 7 штук здесь. Все, Мазеркор здесь бесполезен в итоге. Линги масятся в очень гигантских количествах. Так, здесь оверморфится. Будет передроп сейчас. Ну, Нексус точно сможет овермайнд, я думаю, отменить, если не затупит. Правда, нахрен, нахрен лезть в овера, если здесь ничего не закрыто. Так, оверчаш выстрелил. Линги проходят внутрь. Сейчас нужно вот сюда вот убежать, сныкаться, я думаю. Хотя здесь они адепт сами примут. Передроп пошел жесткий. А вот этот-то мудрость нахрена, ё-моё. Так, часть на мейн, часть на вторую. Линги все бегут и бегут. Ну, кстати, мудрость заходит, по-моему, сейчас. Ну, врывайся, ё-моё, врывается сейчас овермайнд на мейн. Здесь начинают грызть пилоны. На мейне неплохо наваливают линги. Мидль вообще не видит. 1-1, ребятки. Это 100% 1-1. Тут принципиальная битва такая. Борьба не на жизнь, а на смерть идет. Адеп тут ничего не спасет, абсолютно точно, здесь с двух сторон линги врываются, грызут все просто на ура. И что-то рыбоходе называется. Третью я карту не заметил, какая там. Ну, сейчас посмотрим. Так, какая там была первая, да, Сантура? Третья, король Сиджонг третья у нас. Вот такие вот дела. Так, ребят, помимо премиумов, помните, что еще... Решает в конкурсе жать зеленую кнопочку подписи на канал, но там надо сверх много людей, чтобы это реально зарешало. Можете устраивать розыгрыши премиумов всяких у кого там есть. Аристокрафт активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Аристокрафт. О, плюс 5 поинтов, сразу бабанчик. Микош поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, на 3-3. Спасибо, Майка, Саш. Ну, это часть вклада. На 3-3. На 3-3 это серьезные суммы, как бы.
Вот, на 1-1 надо 100-100, как бы, то есть 100 умножить на 100, 10 тысяч, как бы. А на 3-3 там вообще, короче, просто. Кстати, 100-100, погодите, не 100-100. Ионизет поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает, 100 на 150, почти 3-3 подчеркивание циркумфлекс. Конечно, это 15. А вторые игры, так, второй коготь у нас получается, третий коготь 200, а третий армур 225, насколько я помню, да? Ну да, 200 на 225 это серьезно. Даже не буду говорить сколько, а то скажете, что я охренел, но это 3-3, блин. Это все шутки, ребят. Короче, здесь опять хата. И опять видит прекрасно здесь все. Овермайнд МК. И он фотонки будет... Ой, простите, Миндель видит. Он фотонки будет. Какие фотонки? Надо... Надо ставить роба, блин. Так, две фотонки пошли. Здесь еще только камни пробивает, а здесь уже, блин, фотонки строятся. Три даже. И Старгейт. Ну да, что, все хорошо, можно сюда залететь будет. Можно же прокси было бы ставить. Спасибо, Ионайст, Майк и Саш, всем спасибо. Аристочрофт поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает... Спасибо за стримы, ПСК. Спасибо, Аристокрафт, тебе. Перекапывается плитва наверх. Вот, помните, что это нужно без моих напоминаний, вся эта поддержка. Когда 3 на 3 будут с братком Зимага играть, будет не до этого. Вот. Так, скилл не от расы зависит. Бахать или водки. Нет, меня слышно должно быть нормально. Может, я просто далеко от микрофона сейчас был, возможно, так. И четвертая плетка. А, столько плетки, еще наглухо закрыл себе. Ну, Миндельну. Три поставил, харе, ё-моё, есть уверчаш, еще и закрылся наглухо, но это ж просто, я не знаю. Наоборот, спускаться надо побыстрее, так. Ну давай, Нексус еще поставим, да, здесь? Здесь Оракул залетает, есть форка, ну давайте, одного дрона подрежем и Оракула потеряем. Нет, не потеряем Оракула, одного дрона подрежем и все. Здесь Оракул облетает. Нужно робот. Крикет робот. Вайлайт. Что происходит? Что происходит? Сразу надо было ставить робо или грелок делать. Можно было просто, знаете что, не оракулов сделать. Тут построить Старгейт. Как можно законтрить все? Здесь королева. Понятно, Зерк будет стараться побольше королев построить. Так построй грелок просто. Две грелки, две королевы разберут. Построй три грелки, а не три королевы в хлам разберут вообще. Спорок здесь явно не будет еще. Так, три пилона. Короче, место... вот сейчас начинается уже какой-то провал для пропса. Я смотрю и думаю, что это как-то странно все, блин. Оракула влетает, здесь личинок. Ё-моё, до хрена инъекс надел личинок бы пожечь бы здесь. Прирост убить. Противник уничтожает твоих рабочих, таким голосом сказал им. Ну да, уничтожает призму, зачем-то здесь строится, еще зачем призма-то? Кибернетка погибла, надо новую делать. Спуститься медленно. Не иммортлы, ни хрена, как выходить, чем плетки-то убивать, я понятия не имею вообще, собирается у нас просто наш.
Два филда аж кидает, там походу вот эти быстрый каст стоит. Минус оракул, ё-мо. Глефы адептом, какие глефы, ё-мо, блин, вообще просто. Как можно так намудрить в такой ситуации, когда ты идеально законтрил просто. Да нет, ни хрена, у Зерга нужно просто это убить, выйти туда или, блин, на Нексус выйти, куда-нибудь в конце концов выйти нужно. Так, адепт вперед, тут Беллинги еще морфится. Ну, кстати, против Бейнов есть здесь оружие, адепт, филды, но они полетят в овере. Так, здесь адепты заходят, дома Беллинги морфится от Overmind МК еще. Адепт 8 штук, нужен сплит сейчас обязательный. В это время 4 Бэйна бомбят, больно, очень больно, 16 пробок минус, 9 осталось. Это катастрофа, ребят. Если адепт не заходит, то пишем ГГВК, а они не заходят, потому что сплит отсутствует, Беллинги разваливают, все в хлам. Хотя не 4 адепт живых осталось, но они королеву атакуют, их сейчас линки на халяву просто грызут. Ой, нервничает Миндель, судя по всему. Ну еще 9 броками хоть что-то может добыть. Просто заблочился, сам себя заблочил на мейне. Ну надо такое придумать, вообще, блин, просто жесть. Ну это победа, ребят, для Овермайнда. Противный уничтожает твоих рабочих. Так, здесь адепт с оракулом. 29-20, похоронил я Миндаля, а он не собирается храниться просто. Он не собирается сдаваться, он адептами наваливает здесь, будь здоров. Сплит адептов, сплит адептов, сплита нету, все в куче. Мои глаза, блин, просто что происходит, ё-моё, сплитани. Был же шанс сейчас, еще 14 лимит есть. Так, Бэйны новые готовы, адепт окружен. Не, это катастрофа просто полная. Что-то у Миндаля даже прибомбило маленько. Ну сам себя застроил, засел здесь. Это ж, блин, я не знаю, здесь нет unlimited минералов. Это ждите вообще. Завязывай. Фюр-фюр. Да, ты права. Отчество Сергеевич. Помидоров Чарлик Сергеевич. Да, ребят. Короче, делаю стоп-старт.
ждите.